Свыше 40 миллионов рублей требуется на реконструкцию Саратовского театрального института. Здание, в котором базируется учреждение культуры, похоже на двуликого Януса. В одной половине провели капитальный ремонт, и помещения приобрели приятный вид. Но стоит сделать шаг в другую сторону, и взгляду предстает иная картина. Потолок в трещинах, со стен сыпется штукатурка. Но у института появился шанс на реконструкцию всех помещений. Помощь учреждению пообещал оказать наш земляк, первый заместитель руководителя администрации президента Вячеслав Володин. Все подробности в нашем следующем материале. Балет под осыпающимся потолком. Студенты Саратовского театрального института с опаской занимаются в этом классе. Здесь, как и во многих помещениях, штукатурка не раз обваливалась прямо во время занятий. Институт разделил на два разных лагеря капитальный ремонт 2008 года. Одну половину здания преобразили, на вторую денег не хватило. Экскурсию проводит руководитель института. Наталья Горюнова говорит, в таких условиях страшно проводить занятия. Перекрытия деревянные, там такие балки лежат, они уже прогнили все, поэтому требуют вот замены этих балок перекрытия и установления новых стен из новых материалов, которые вот не будут так осыпаться. Но сегодня выбора нет. Студентов приходится учить в таких классах. Помещений в отремонтированной половине на всех не хватает. Павел занимается в этой комнате с момента поступления. Говорит, сегодня старается не обращать внимания на то, как выглядит класс. Правда, периодически ветхие стены о себе напоминают. Стоит их случайно задеть, штукатурка сыпется дождем. Когда рабочий процесс, на это не обращаешь внимания. Ну, а когда у нас свободные окна, конечно, это немного угнетает такая обстановка и как бы такая аудитория. Но мы своими силами то, что можем, делаем, там шпаклюем стены, красим их, но очень мало свободного времени и, ну, скажем, разрушается стена намного быстрее, чем мы успеваем ее ремонтировать. Из этих стен выпускались такие прославленные артисты, как Евгений Миронов и Олег Янковский. Поддержку институту пообещал оказать другой известный саратовец. На открытие памятника Олегу Табакову в Саратов прибыл Вячеслав Володин. Он встретился с преподавателями и студентами института и пообещал привлечь благотворительные средства. Я прямо вот в глаза смотрела ему и говорю, можем надеяться? Он говорит, да, можете. Так что у нас надежда большая на него, потому что если только он поможет нам сделать этот ремонт, мы будем ему просто очень благодарны, коллектив и студентов, и педагогов особенно, потому что студенты приходят и уходят, педагоги-то работают в этом помещении. Приблизительная смета работ – 40 миллионов рублей. На эти деньги здесь планируют отремонтировать стены, потолки и привести в порядок фасад здания. Когда будет готова окончательная смета и поступят средства, здесь приступят к капитальному ремонту. Елена Петрова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.